Приют «Теремок» встречал гостей. Сегодня посетили учреждение представитель Министерства семьи, молодежи, спорта и туризма, начальник управления семьи и детей Светлана Чередниченко, глава администрации Юрий Кондратенко и его заместитель Наталья Рогачева. Также среди приглашенных был детский дом семейного типа «Севряков». Воспитанники приюта для гостей организовали маленькое представление. Дети с удовольствием пели новогодние песни, рассказывали стихи, принимали участие в конкурсах. На елке красный фонарики качаются, но зимушка веселая, подальше не катится. Нет тебе руки стежок, дай на ладошке. Да чего же хорошо, в домике золотошок. Разрешаться с ветерком, и взрослиться, и пушистый снежником сядет превратиться. С дебютом выступили и самые маленькие воспитанники. Гости, не щадя ладошек, осыпали их аплодисментами. В завершение праздника детишки пригласили всех гостей к новогодней елке, и все дружно закружились в хороводе. Весело прыгаем на счет два, ручками прыгаем на счет три, и головой. Кульминацией мероприятия стали поздравления и подарки от приглашенных. Я бы хотела передать слова поздравления с Новым годом, Рождеством Христовым от имени нашего министра по делам семьи, молодежи, спорта и туризма Луганской Народной Республики Винокурова Станислава Евгеньевича. И что бы я хотела вам пожелать, ребята? Вы сегодня говорили о добре, о любви. И я хочу, чтобы те сложности, которые, к сожалению, выпали на вашу долю уже в таком юном возрасте, чтобы вы никогда не разучились любить. Ребята, любите. А мы, взрослые, постараемся быть всегда рядом с вами и в нужную минуту протянуть вам руку помощи. Мы ваши друзья, поэтому с наступающим Новым годом, мира, здоровья, счастья, улыбок и любви. Сегодня с вашим сегодняшним праздником мы поздравляем все взрослые. После обеда вам выдадут наши подарки. Спасибо вам всем за то, что вы есть, за то, что вы такие хорошие, радостные. Есть чему поучиться у детей, нам, взрослым. Поэтому спасибо вам.